Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритьё. В прошлом видео я познакомил вас с третьим сыном исламного семейства гипсов. Очень хорошей, очень замечательной бритвой Денали. Кому интересно, посмотрите видео назад. Сегодня же настала очередь шестого сына. Неоднозначного, но интересного. И его я вам смогу показать благодаря Сергею Сергеевичу. После этого останется только одна бритва. Но это уже, естественно, на следующей неделе. Также на прошлом видео я успел вас познакомить с новинкой от компании Home Lake Shaving. Это новое мыло и новый крем-бальзам после бритья под названием Fluid Blue. Сегодня же я хочу вам представить следующую новинку. Какую? Вы на крупный план. Смотрите, трогайте, щупайте. Я начинаю. А вы догоняете. Сегодня у нас шестая бритва в списке родственников гипса. И не смог бы я вам эту необычную бритву показать, если бы не Сергей Сергеевич. Спасибо ему огромное. А в чем же ее необычность? Да, наверное, в том, что это не просто флекси, который все мы с вами уже знаем и к которому привыкли. Это флекси Open Comb, обратите внимание. Но не только в этом необычность этой бритвы вижу я. Еще. Ну, кроме того, что она сделана в Индии, наверное, ее двойственное положение, потому что некоторые ее считают сыном Рекса. Немного таких людей, но они есть. Другие же говорят, да ну, бог с вами, вы что, это ж напрямую от гипса сынуля идет. По мне так без разницы, лишь бы человек был хороший. Ну, в данном конкретном случае бритва. А сама по себе, ну, комплектовка стандартная для флекси, супер-пупер навороченная подставка, натирать до блеска перед выездом салфеточка, благодарность, лезвие Виллис, кстати, хорошие, молодцы индусы. Ну и вот такая коробчонка под нашу лягушонку. Кроме необычности гарды, то есть open comb в нашем случае, я бы хотел еще отметить, что индусы просто тупо молодцы. Молодцы ребята. Такое ощущение, что они ни хрена там на производстве не делают, а только думают об одном. Как бы нашу бритву сделать лучше. Дело в том, что вот эта бритва, которую я сейчас держу в руках, она ну, намного отличается от тех первых флекси, которые ну, мне довелось подержать. Пусть немного, у меня, по-моему, вторая реинкарнация была. Но, тем не менее, это же ну, по весу плюс-минус одинаково. Но внешне она выглядит уже гораздо, гораздо презентабельнее. Дело даже не вот в этих вот зубчиках, которые здесь вот нарисованы. А дело в том, что да они вот накатку даже поменяли, посмотрите. Здесь такая накатка, что хоть как, хоть на расслабоне, хоть с зубами вцепись, она не выпадет. Я прям чувствую, как она за пальцы цепляется. Еще чуть-чуть и почти геккон был бы. Молодцы ребята, хорошо сделали. А так, ну, отличная работа, просто отличная, молодцы. Давайте ее разберем, посмотрим поближе. Тык, колечко стандартное по дефолту, резьба тоже. Вот такая прям, ух, свинчаточка. Вытаскиваем. Крышечка. Молодцы, молодцы. Ну, что-то мне подсказывает, что это аквабластинг. Хоть некоторые люди не делают разницы между аквабластингом и пескоструем, но, тем не менее, это совершенно разное. Это все равно, что пить боржом и пить пиво. То есть это два совершенно разных напитка. Ой, хорошо, что у меня пенька подстелена. Ребят, пока нравится. Прям нравится. Молодцы. Гайка такая массивная, как, собственно, и вся бритва. Чуть-чуть, видите, чуть-чуть смещена в сторону. Молодцы. И об этом подумали. Поставили бы посередине. И вот сиди, голову ломай, как ее правильно ставить. Видите? Пружинка нержавейка, опять молодцы. Здесь у нас тырц. А вот здесь вот у нас не молодцы, не додумались сменить. Можно перепутать. Ну, чё ж. Ну, всё ж. Так, давайте обратно поставим. А, граву я вам не показал. Индия, перол и вот номер. 22C013-0132, по-моему, да? Будь. Ну, пока хорошо, собираем. Так, смещена, смещена.
Вот видите, первый пупандос пошел. До конца не обязательно откручивать. Эть, так это был не папандос? Не, ну сейчас-то явно папандос, потому что смотрите, куда ушла. Аж 3,5, и все из-за того, что они вот с этим моментом не поработали. Ну, не все скоту масленица. Хотя большой, ну, скажем так, большого удорожания я в этом не видел. Сделали бы они их разновеликими. И запустили бы в серию, и все равно было бы нормально. Ну, чуть-чуть до единички не дотягивает, да и хай с ним. И людям было бы удобнее, но, видимо, не судьба. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Хорошо. Так, вставляем наше лезвие по дефолту. Угу. Хорошо, так, не так, вот так будет правильно. Блин, вот, ставилось. Молодцы. Ну, поехали. Ой, тугущая. Так, а в чем проблема-то? Почему я не могу крутить? Тут сильно зажал. Давайте сейчас не буду зажимать. Вот так чуть-чуть. Теперь зажимаем здесь. И поехали. Опа. Ну, скажем так, тут два момента. Первое. Гайка, да, красивая. Все зашибись, все хорошо. Но благодаря тому, что вот эти площадки широкие, а пазы вот эти маленькие, у меня сейчас руки, неважно, в чем они у вас будут, в мыле, чуть-чуть будут влажные от того, что вспотели, или вы смазку, на которой гайка сидит, зацепились, вы не сможете нормально упереться. Ну и второй позишн. Блин, она тупо не крутится, не хочет и все. Чтоб тебя мухи съели, что не так-то? А вот теперь пошло. А теперь, да, теперь везде крутится. Ребята, уж честно скажу, вот в чем, а во флексе, вот эта болячка Яки, они с этим первые две или три партии мучились. У них вот такой геморрой был, начиная с первой, второй, в третьей, по-моему, они начали его побеждать. Но откуда здесь это? У флекси этого не должно быть, в принципе. Ну, короче, жопка. Ну, я далек от того, чтобы порицать или осуждать как-то эту компанию за всю вот эту вот херню, которая сейчас происходит. Не о том речь. Я просто понимаю, что во время бритья будет непросто все это регулировать. Поэтому давайте, наверное, с самого начала я поставлю, да, на пятерку. А вот теперь... А теперь вот, да блин, вот так вот, а еще и, бляха-муха, ладно, пускай будет 4,5, задолбала ты меня. Вроде ровненько, да? Вот этой бритвой мы сегодня и побреемся. В прошлом видео я успел вам показать новинки от компании HLS. Это крем-бальзам после бритья и жировое мыло Fluid Blue. Вот их композиция. Нерассмотренных у нас осталось две позиции. Это Red Herbs и Hipster Place. Red Herbs звучит вот такой композицией.
Hipster Place, он создан несколько иначе и содержит вот такую композицию. И все это, конечно же, имеет помимо самого крем-бальзама еще веганское и жировое мыло. Что же? Давайте, наверное, сделаем вот так. Пускай у нас сегодня будет Red Herbs. Поехали. Так, по мылу. По мылу, хлопцы, тут все легко и просто. Ну, не совсем так, конечно, я преувеличиваю, но, скажем так, суть в следующем. Дело в том, что ввиду своего состава веганское имеет свою ароматику. Она бархатна, она кошерна, она, знаете, она как пенка в чашке кофе, она как вуаль у дамы, когда она собралась, допустим, там на вечерний мацион или куда-то там а-ля театр или еще что-то. То есть вот я бы хотел, чтобы веганское мыло наше продавалось, ну, просто так, само по себе. Увы и ах, меня опустили на землю, просто попросили зайти в раздел, где у нас мыло без запаха, и ваша активность сказала, что вам это нафиг не надо. Поэтому и в жировое, и в веганское добавлялась ароматика везде. Но учтите, что само по себе мыло веганское, оно на ароматику накладывает эффект, и этот эффект, ребята, просто чумачечий. Он прекрасен. Вы почувствуете не только ароматику самой композиции, в данном случае Red Herbs, но и ароматику самого мыла успеете заметить. И она, ну как пацану карамелька. Вкусненькая такая, вот ириска, так вот идешь, нажевываешь, и еще хочется. Так, и давайте, наверное, жировое сегодня уберем в сторону, распакуем с вами веганское. Вот так, сорвали центр контроля. Вот. Ну, что я могу сказать? Это вкусно, просто вкусно. Все три аромата, которые предлагает компания HLS вашему вниманию, они взялись не на пустом месте, они выбирались из нескольких и выбрали только то, что прям вот не выбрать было нельзя. Поехали. Так. Дыгадын. Так. А давайте сделаем вот так. В парке чаи распускаются розы. Что-то как-то грубо, да? Давайте загладим все это дело, чтобы хоть поприличнее смотрелось. Ну вот, уже получше. Да, вот так, хорошо. Так, а если еще вот так вот попробовать? А, кстати, веганское на предмет твердости мыло, оно 100% не твердое, и это не крем, но оно мягче жирового. Вот если я сейчас буду давить, тут прям кратер возникнет. Вот видите, и на пальце даже осталось. Это еще раз подчеркивает его нежность. Так, нам этого, думаю, хватит. Прячем у шкафчик. Дыщ. Ну и крем-бальзам. От предыдущего, который мы рассматривали в прошлый раз, Fluid Blue, упаковка ничем совершенно не отличается, кроме цвета, конечно. У Fluid Blue он, ну, сами понимаете, почему он синий, потому что, ну, Blue, не из-за того, что Fluid. А здесь вот у нас, ну, из-за того, что Red, тоже должны понимать. И, конечно же, если вы захотите рассмотреть всю палитру, я хочу напомнить, что этот крем-бальзам имеет вот такое звучание. В любом случае, когда вы будете держать это в руках, самое простое, что вы можете сделать, это просто перевернуть и почитать, что написано вот на этой полосе. Там будет все, что вам нужно, касаемо ароматики. А все остальное, это с чем едят, куда мажут, для чего это вообще нужно, ну и, конечно же, состав. Ну и тут вы уже сами понимаете, без этого в нынешние времена никак. Упаковка. Бш, вот она. А здесь вот так. И сегодня я постараюсь его прогнать по нормальному варианту, не как в прошлый раз. В прошлый раз я там на лицо броню нанес. Сегодня будем делать нормально. То есть возьмем чуть-чуть на влажные руки, влажное лицо, и все это будем распределять. А нам поможет с мылом вот такая вот красота. Хороший нормальный помазок. Ну, прям нормальный помазок, хороший. Это когда-то давным-давно компания DS Cosmetic решила сделать приятно. И вот сюда на попу вот такую фигню прилепила. Ну... Что, с
Спасибо, конечно. Вот. Все. Пошли бриться. Ребят, мне нечего сказать. Потому что вот та бритва второй редакции, что есть у меня, ну, здесь проблем вообще никаких нет. То есть вообще, в принципе. Здесь же я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, что тут сказать. Понятно, что несообразность, дефект налицо. Но, скорее всего, это просто частное. Вот именно этой бритве не повезло. Я не думаю, что что-то в мире может случиться так, что компания, которая умеет делать хорошо, потом бамс и разучилась делать хорошо и стала делать плохо. Так не бывает. Обычно наоборот. Вот делает так себе, потом все лучше, 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 лучше. Ну, тут что-то конкретно с этой бритвой. Потому что, ну, уж больно на ровном месте. Тем более болячка детская решается элементарно. Тут вообще особых усилий каких-то прилагать не нужно. Скорее всего, это косяк данной конкретной сборки. Ну, в любом случае, нам это не помешает побриться. Итак, компресс и автошейф. Еще рано, просто компресс. Хорошо. Я тут за кадром поколобродил маленько. Вот если бы я сказал, что эта пена отличается от пен других мыл, наверное, большинство, ну, процентов 80-90, навряд ли бы меня поняло и поверило. Но для меня лично отличается. Я ее вижу как кашемировая какая-то такая, знаете, субстанция такая, ну, прям. Она, как это лучше показать? Оно вот. Ну, если вам интересно, напишите в комментариях под видео. В следующем видео у нас будет последнее из этой линейки мыла. Я просто другую камеру возьму, настрою, вместе с вами посбиваем, чтобы вы посмотрели, как это происходит в действительности. Сейчас вот тут здесь стоит этот фотоаппарат, как тебе там, Nikon, который. С ним неудобно. У него объектив там стоит такой, что не на это. Близко не наснимаешь. Надо камеру Sony брать. Нравится. Просто нравится. Это беспроблемный, безотказный. Не будет там, ой, а мне этого мало, а мне этого много, а сделай мне вот так, а сделай мне тут, а погладь меня вот тут, а пошевели меня вот там, а за ушком потиши. Нет. Нету этого ничего. Вы просто берете, добавляете чуть воды, начинаете взбивать и получаете вот то, что получаете. Хотите пожиже, ну добавьте чуть побольше воды. Хотите погуще, сколько есть у вас воды, столько есть, не добавляете больше ничего. Просто взбивайте до нужной вам консистенции. Масянька у нас пришла. Че, Масик, в люди хочешь? Ты мне сейчас там фотоаппарат свернешь? Пока не свернула. Итак, расстройство мое. Блин, расстроился из-за того, что там эта гайка не крутится. Ни к селу, ни к городу. Все было так хорошо тут. Так, бачки. Мася, а я сейчас не могу. В бритье тот самый флексы, но контрастности, мне кажется, чуть-чуть добавилось. Это не как у ХЛС, а если гребенка, то мягче бреет. Это свое. Здесь гребенка
пусть не намного, но контраста добавляет. Ну, как запотевшее в ванной стекло вы протерли, вот типа такого что-то. Да, походу, бритву вы сами слышите. Не в том смысле, что без гребенки, эта бритва брила так себе, как запотевшее стекло. Тут гребенку поставили, вау, сразу началось. Нет, без Closed Comb тоже бреет хорошо. Но здесь все-таки чуть-чуточку контраста добавлено. Если бы не вот эта вот хиробора, ну, которая плохо крутится, я бы прям любителям не нежного бритья, наверное, все-таки вот это бы посоветовал. Мыло. Со скольжением, со скольжением, с консистенцией здесь все в порядке. Так, сейчас я, наверное, поставлю на троечку. Вот так вот. Про запах. Мыло во всех случаях одинаковое, а вот что касается запаха, в данном конкретном случае, знаете, как, ну, бреешь с хорошим парфюмом, вот, здесь не будет чего-то такого, что сказала бы вам, вау, там, барбершоп, там, или еще что-нибудь, нет, здесь просто хороший парфюм, вот что-то вот такое. Чаши все еще не беру. Очень бодрый. Так, а что не беру? Давайте возьму. Очень бодрый. Настолько бодрый, что вот на той 4,5 позиции, что он был, для сколько тут? 4-5-дневная борода. Я бы, наверное, даже поменьше поставил. Уж больно бодрячка. Бодрее, чем его Closed Comb собрат. Так, стоит тройка. Я вот думаю, как бы не дофига это. Ё-моё. Так, ну и что же мы тут сделаем? После троечки будешь крутиться? Не хочешь, ладно. Тогда поставим, наверное, на двойку. Да, а чё нет, пускай будет двойка. Вот так. Но бодрый.
бодрее, гораздо бодрее своего собрата. Выскребаю последнее, что тут есть. Жалею, что мало мыла взял, надо было больше. Люблю, когда много. Итак, двоечка. Ну, вполне состоятельная. Собирает. Так, а вот тут двоечки уже не хватает. Тут можно было бы и побольше. Так, ладно. Вот, пожалуйста, и все. Компресс и автошейф. Хорошо. Не так хорошо, как хотелось бы. Все-таки эта бритва чуточку была агрессивной. Второй раз, если бы я и брился, я бы начинал на 4,5, я бы, наверное, с трешечки сразу начинал. На 4,5 лично для моей кожи там делать нечего совершенно. Не то чтобы она зверь по сравнению со своим собратом закрытым, но все-таки бодрости добавляла. Пока влажное лицо. Вот так вот, немного, на влажной ладони, вот она. Не по-влажному. Хорошо. Итак, Red Herbs. По сути, несмотря на то, что я вам говорил, что веганское мыло скрадывает аромат по-другому, чем жировое, да, несомненно, отличия там есть, но все-таки они не настолько кардинальны, чтобы о них можно было как-то серьезно говорить. Упомянуть о них – да, но чтобы как-то так серьезно заморачиваться на эту тему – нет. Так о чем же мы говорим? Верхние ноты. Бергамот, лаванда, мята. Интересно. Ноты сердца. Орегано, тимьян, герань. Герань. Не из числа моих любимых. Но не надо забывать, она же тут не соло. Она вместе. Ну и ноты сердца. Бобы тонко, сандал, ветивер. Ну, сандал, ветивер тут обсуждать нечего. Меня ночью разбуди сандал, ветивер. А вот бобы тонко, да их не видел никогда и не нюхал.
поэтому что-то о них вразумительное я сказать не смогу. Но, несмотря на то, что я вам сейчас вот это вот все перечислил, головные ноты, верхние ноты, ноты сердца, базовые ноты. Понимаете? Художник, он на то художник и есть. Я при всем своем старании, да, я думаю, и многие другие, вот дай вот эти вот исходники, которые я вам сейчас только что прочел, и попроси создать что-то такое, ну, не то чтобы вау, а просто, ну, нормальное. Да, я думаю, немногие бы из нас осилили. А вот художники, которые, ну, мне кажется, они вот этими, вот есть художники, которые пишут красками, а есть художники, которые пишут душистыми веществами. И по итогу, беря те или иные краски, как вот в данном случае я вам сказал, все три ряда нот, они создают свою симфонию. Точно так же вот и Матвей Юдов писал свою картину и написал вот этими вот красками. Я вам все это говорю только для того, чтобы вот объяснить, что сам для себя, вот того всего, чего там есть, я не вычленяю совершенно. Я это ощущаю одним целым, что-то такое. И это такое... Ну, у меня полное ощущение, что я зашел в какой-то бутик, где торгуют парфюмом. Вам всем знакомо чувство, вот мы заходим в бутик, там стоят ряды чего-то там. И да, конечно, мы ходим по этим полочкам, берем пробники там, что-то там, что-то там, и делаем какой-то свой выбор. Но прежде чем мы дойдем до этих полок, вот сама вот эта аура, само вот то, вот это вот, мы через него проходим, а там намешано, ребята, ой, буй, сколько. Вы понимаете, что пахнет дорого-богато? Но вы не можете вычленить, потому что там намешалось все. Там намешались мужские одеколоны, женские духи, там что-то какие-то еще помады, крема, та-там-та-там-та. Все вы знаете, как пахнет в парфюмерных отделах. Там все то, что у них есть, и дорогое, и недорогое, оно вот источает из себя флюиды в то время, когда мы с вами пробуем, делаем выбор. И мы, и девчонки, смешивается все вместе и предлагает вам вот это. Ну, я пришел в молл. Просто тупо в молл. По нашим здесь я не так уж и часто ходок. Ну, парфюм лидер, ну... Ну, может быть, может быть. Но по большей части мне вот в голову приходит тот молл, в который мы ездили с Лариской в Детройте на 16-й миле. Вот так вот просто приезжаешь, там все это было на первом этаже, парковка на втором, как ни странно. Потом спускаешься вниз, заходишь на первый этаж, и там полностью весь этаж всего молла – это парфюм. Любой. Там просто по наименованию. Бум, бум, бум. Вот хочешь это – вот на тебе это. Хочешь это – вот на тебе это. И вот так вот по точкам ходишь. Но каждая точка – это источает свою ароматику, и весь первый этаж – он вот царство вот этого аромата. Вот так я воспринимаю вот этот Red Herbs. А как-то по-другому вычленить? Я ни одного парфюма такого не встречал. Женских духов, мужских духов, каких-то одеколонов. Я не слышал ничего такого. Но вот сама вот эта вот аура присутственного места, где много всяких интересных вещей собрано, и каждая имеет свое лицо, а по итогу они все смешиваются, выступают единым фронтом и дарят вам радость. Ну, вот это вот, вот так вот я это вижу. Ну, там девчонки еще за прилавками стоят, улыбаются так. Кстати, никогда не понимал, как и каким образом получалось, что женщины приходят и делают педикюр. Там же как-то записываться, ой, педикюр, прошу прощения, маникюр. Там же как-то записываться надо, что-то там как-то вот это вот все происходит. А они, тем не менее, приходили и все это делали. Вот я тогда этого не допер. Ну, суть не в этом. Мыло. Точно такое мыло распространяется на линейку из всех трех ароматик. Просто нужно сделать выбор, что вам интереснее, жировое или веганское. На мой взгляд, да мне пофигу, жировое или веганское. Мне главное, чтобы оно было хорошее. А на мой взгляд, и тот вариант, вот оба здесь варианта, они хороши. Вы пока делаете свой выбор в пользу жирового. Там некоторые позиции, это Red Herbs и
вторая еще позиция, хипстер, вы их почему-то выбили махом. То есть жировое улетело. Сейчас мы будем это компенсировать. Кто переживает по поводу озона, едет уже, ребята, едет. Вот вчера только вот буквально отправляли. Ну, а мне без разницы. И то хорошо справляется. И, по сути, я могу и салат скушать, и мясо жареное я тоже люблю. Поэтому мне пофигу, чем бриться. А варианты оба хорошие. Тут выбор, конечно же, за вами. Что касается своего, вот, самого лосьона, даже несмотря на то, что я пытался сегодня сделать экономичный вариант, то есть взять немного и нанести на влажную кожу лица и руки влажными оставил, все равно это было много. Вот следующий, в третий раз, я попытаюсь взять вообще горошину. Потому что вот на мне, я думаю, сейчас, ну он высох. Он высох. В помещении жарко, здесь и пол отапливается, и стены вон. Но все равно, я думаю, процентов 50 здесь лишнего. Ну, то есть надо было вообще маленько взять. Я все еще дозу не нащупал. То есть меньше. Вот сейчас вот я ее вижу как, ну, как пол горошины, скажем вот так. Обыкновенную зеленую горошину, вот если вспомните, вот половину ее так тырц. Вот завтра попробуем ее, в следующий раз попробуем ее отмерить и нанести, опять же, на влажное лицо и влажные руки. Ну а что касается ароматики, я вам только что ее описал. И с мылом, на мой взгляд, расхождение минимальное. Тем более, что процентовка более-менее везде одинакова. Ну а что о бритве? Ну о флексе много говорить, я в принципе даже не знаю что, потому что она не первый день, не первый год уже на рынке. И люди, которые познакомились с этой бритвой достаточно плотно, успели ее уже полюбить, и она им нравится. Тем более люди-то не слепые, они прекрасно верят, что с каждой новой партией бритва становится все лучше. Вот этот высер, который сегодня произошел, ну, я его воспринимаю как недоразумение. То есть, ну, частное недоразумение. Что-то там пошло не так. Я не думаю, что у них вся партия была такая. Просто вот в одном единственном месте. Будет минутка, я еще посижу, поковыряюсь, посмотрю, где здесь клинит. Пока же предварительно. Ну, это та же самая болячка, что была у Яков. То есть, здесь они не делали шейку, скажем так, достаточной, чтобы при полном зажиме, ну, так, как это есть по-русски объяснить? Ну, скажем так, нормальный вариант. Вот гайка закрутилась на среднюю плиту, и когда вы накручиваете вот эту вот ручку в полностью накрученном состоянии, сама вот эта гильза не доходит до гайки, она ее вообще не касается совсем. То есть ей резьба не позволяет. То есть гайка в этом смысле свободная, она ходит только на средней плите. Тогда проблем у вас вообще никаких не будет. Все крутится нормально, хорошо, зашибательско. Хоть одной рукой, хоть двумя. Посмотрите, здесь площадка не меньше, чем здесь. Они в этом плане гайку вообще не меняли. А я-то кручу нормально, хорошо. И только в том случае, если вы делаете длину гильзы таковой, что при закрутке она упирается в гайку, вот тогда и попандос. Тогда ты уже начинаешь бегать, подпрыгивать. А что случилось, что не работает? Да то и не работает, что гильза зажимает гайку. Что в этом случае, я не знаю. Это можно взять там, я не знаю, фломастером нарисовать, копирку взять, покрутить, повертеть, дунуть, плюнуть. Чепуха, короче, это. Я думаю, что это проблема одного этого вот единственного образца. Скорее всего, что-то там. Может, там механик в это время споткнулся, уснул. Ну и вот такая фигня получилась. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. И с наступающим вас, в конце концов. Осталось тоже меньше 2 недель. Так что все будет хорошо. Ну все, пока-пока. We'll be right back.